И к другим темам. На сегодняшний день суммарная мощность станции в системе Узбекгидроэнерго превысила 2000 мегаватт. То есть ежегодная экономия природного газа составляет 2 миллиарда кубометров. В целях дальнейшего расширения деятельности в данном направлении по инициативе руководителя страны реализуется ряд перспективных проектов. О том, что в Бустанлыском районе столичной области, наш следующий материал. Гидроэнергетика – направление, которому уделяется отдельное внимание. Создаются благоприятные условия для его развития. В частности, в последние годы в этой сфере было реализовано 27 проектов стоимостью 500 миллионов долларов и создано дополнительно 260 мегаватт генерирующих мощностей. Также на основе инициативы руководителя страны, благодаря наличию готовой инфраструктуры, особое внимание уделяется и созданию гибридных станций на территориях гидроэлектростанций. В 2023-2025 годах планируется реализовать фотоэлектростанции общей мощностью 120 мегаватт, в результате чего появится возможность экономить 41 миллион кубометров газа и создать 130 рабочих мест. Например, только на пустующих площадях Газалкенский ГЭС уже сделаны практические шаги в данном направлении. В целях выполнения поручения президента в нашей станции установлены солнечные панели в количестве 221 штук и установлены мощность 100 киловатт. Это выработанная электроэнергия частично покрывает собственные нужды станции. До сегодняшнего дня с применением этих солнечных панелей было выработано 70 тысяч киловатт. До конца этого года намечается установка еще дополнительных панелей общей мощности 4,5 тысячи киловатт. Пскем – одна из крупнейших рек нашей страны. Несмотря на то, что она расположена в сложных рельефных условиях, сегодня здесь завершен первый этап строительства ГЭС. В рамках проекта, общая мощность которого составляет 400 мегаватт, планируется освоить 800 миллионов долларов инвестиций, в результате чего появится возможность экономить ежегодно 250 миллионов кубометров природного газа. Здесь смонтированы затворы сегментные и плоские аварийные ремонтные. Они служат для пропуска воды или подъема воды в водохранилище. Сегментные затворы – это установлено впервые в Узбекистане. Здесь все управление компьютеризировано. На втором этапе уже идет работа по проходке туннеля энергетического тракта. И по левому бережному идет проходка туннеля по водоразбросу протяженностью 1100 метров. Из них выработано 200 метров, выкопано котлован под строительство гидроузла. В дальнейшем по Пскемской реке предусматривается строительство 7 весов. Кстати, перспективные проекты в этом направлении охватывает и микрогэс с участием частного сектора, которые достаточно эффективно действуют, например, в Швеции, Германии, Австралии. Теперь они создаются и в нашей стране. При этом земельные участки сдаются в аренду на безвозмездной основе не менее чем на 20 лет. А вырабатываемая электроэнергия приобретается гарантированно. Благодаря созданным возможностям руководителям страны не менее активная работа осуществляется по возведению микрогэс. В частности, в ходе граждан Махали-Узун Бастанлыкского района, где мы сейчас находимся, уже на стадии завершения данный объект общей мощностью 200 киловатт. В результате его реализации бесперебойной электроэнергии будут обеспечены 70 домохозяйств ближайших территорий. Вот эта строящаяся микрогэс создает удобство для населения. После ее реализации мы будем обеспечены бесперебойной электроэнергией. Река Испайсай на протяжении многих лет протекала отсюда. Но никому в голову не приходило построить здесь микрогэс. Благодаря инициативе руководителя страны здесь реализуются вот такие перспективные проекты. Принимаемые меры в данном направлении послужат повышению уровня жизни населения даже отдаленных сел.